Всем привет! Сегодня я вам предлагаю пройти тест на закрепление знаний в невербальных коммуникациях. Вы будете проходить задание, где нужно будет по фото определить, какую эмоцию испытывает человек и что он чувствует. Если правильно ответили, загибайте палец и посмотрите в конце, насколько хорошо вы справились. Ваши варианты не обязательно дословно должны совпадать с ответом, который высветится в конце. Подойдут синонимы или слова, похожие по значению. Приступим! Если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и ждите новые видео, а также посмотрите старые выпуски. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Всего хорошего!